Добрый день, дорогой юный исследователь. Позвольте поздравить вас с прохождением на республиканский этап 25-й конференции Михи Харды имени академика Владимира Петровича Ларионова. Наша конференция уже существует 25-й год, и это большое достижение. Ваша видеопрезентация будет доступна на сайте future.sgsa.ru и будет хоститься на YouTube-канале Малой Академии Наук по адресу youtube.sgsa.ru. SGSA — это первые буквы Saha Junior Science Academy. Вашу работу должны видеть как можно больше людей, так как знания становятся наукой, если о них знают. Наша конференция была основана Владимиром Петровичем Ларионовым в 1996 году. Он был моим учителем. Я вот с самого детства занимался разными исследованиями и активно вел переписку с академиком. В седьмом классе я защищал свою маленькую научный проект в Московском государственном университете. На мою защиту пришел сам Владимир Петрович. Это было очень таким хорошим для меня событием и вдохновило меня на поступление в Московский государственный университет. Сам академик Ларионов был титаном науки, знатоком и любителем итальянской оперы, немецкой поэзии. Закончил он школу золотой медалью, вышел он сам из очень маленькой деревни, основал три академических института, был выдающимся студентом в Бауманке, стал нашим первым академиком, создал несколько новых индустрий, которые заработали для нашей республики миллионы долларов. Желаю вам быть успешным, как академик Ларионов, и прославить свое имя. Вам доступно все. Вы уже достигли многого благодаря своей работоспособности, таланту и видению. Так держать и идти только вперед. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, мой дорогой друг, и желаю вам крепкого здоровья и достижения своих целей.